В Люберцах продолжается реконструкция стадиона «Торпедо». Масштабное преображение главного спортивного объекта под контролем властей. Ход проводимых работ проинспектировал глава городского округа Владимир Волков. На сегодняшний день в полном объеме выполнено устройство монолитных конструкций и фундаментов матч-освещения. Готовность футбольного поля составляет 90%. На данный момент строители проводят внутреннюю отделку трибуны, прокладывают инженерные сети и системы, а также приступили к возведению козырька. Конструкция очень сложная и готовилась на специализированном заводе. Сейчас подрядчик уже установил опоры, как мы видим, приступил к монтажу металлоконструкции под козырек. Материал уже приехал на объект, уже начинается монтаж. Сдача объекта планируется в два этапа. В конце декабря будут готовы трибуна, футбольное поле, частичное благоустройство, ограждение, мачты освещения, табло и ворота. А уже в мае следующего года ФОК, контрольно-пропускной пункт и установка оборудования.